Анастасия Самойлова работает медсестрой в больнице. Говорит, здоровьем приходится рисковать ежедневно. Летом переболела коронавирусом. Поэтому, как только появилась возможность привиться, с радостью ею воспользовалась. Сегодня пришла сделать второй компонент вакцины. Наверное, есть какие-то определенные сомнения, может быть. Но так вот убедилась, то, что нормально, в принципе, все. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции проходит во всех больницах Самарской области. На сегодняшний день привито более 114 тысяч человек. Около 54 тысяч завершили вакцинацию. Перерыв между первой и второй прививками – 21 день. И еще столько же требуется, чтобы появился иммунитет. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Сначала заполняются необходимые документы, анкета пациента, анкета врача. Сотрудники нашего отделения помогают пациентам в заполнении этих документов, чтобы не создавать очередь. Затем врач пациентов обязательно осматривает для определения наличия или отсутствия противопоказаний. Дистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону горячей линии 122 или на портале госуслуг. Для заявки там нужно выбрать услугу «Запись на вакцинацию». Баннер на главной странице. Даже при отсутствии электронного расписания можно оставить заявку в листе ожидания. И как только препарат поступит в поликлинику, вас в числе первых пригласят на процедуру. Виктория Шарая, «События».